Для слушателей подготовительного отделения нашего университета провели экскурсию и показали главные научно-технологические достижения нашего вуза. Среди них такие научные лаборатории, как экспериментальная механика, машиностроение, музей физики, институт Пушкина и суперкомпьютер. Данная программа проводится в рамках Дня науки и для иностранных студентов рассчитана. Мы сегодня посетили 5 научно-образовательных центров и лаборатории ИРГУ. Иностранные студенты у нас сейчас обучаются на программе подготовки к поступлению в ВУЗ, поэтому для них особенно интересно посмотреть наш университет. Многие студенты из других стран еще до приезда в Россию знали о нашем университете. В Китае я уже узнала, что ЮРГУ – это очень хороший университет в России. Я давно мечтала учиться здесь. Повышение численности иностранных студентов входит в задачи проекта 5100. Для студентов из зарубежья будет введено много новых программ. Я очень рада, что ЮРГУ вошел в программу 5100, потому что я понимаю, что это признак того, что руководство стремится к развитию нашего университета. Они не сидят там сложа руки.